И склероз дело такое. 5 и 6. And pause, and pause, and pause. Всем привет, мои хорошие. Меня зовут Вероника, и это часть 2, где мы с вами продолжаем учить связку из прошлого видео. Итак, продолжим. Отсюда мы с вами делаем такую штукенцию. Бум. Еще раз, посмотрите, как она делается. Передняя рука у меня заходит на точке, косточка бедренная, раз. И мы ее проводим, получается, через низ наверх, по низу живота и снова в точку. Еще разок. И раз, и... А теперь ваша правая ручка идет, то же самое делает. И мы вытягиваем ручки. Еще разок. 7, 8. Раз. А сзади у меня рука, получается, точка раз и точка два. Она делает движение раз. Во. И выходит потом вперед. Еще раз. И раз. Ведем, 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 ведем все по телу, не отрывая рук. Прям не отрывайте руки. Ведите постоянно, постоянно около тела руки. Ручки у нас не отрываются от нашего тела, ведем, прям-таки скользим, да, это такой слайд у нас происходит, скольжение. Раз и два. Мы поднимаем ручки наверх, и здесь мы на поднятии снова делаем прокрут, но мы заводим в коробку наверху сразу. Помним про то, что мы не делаем вот такого креста наверху, мы делаем коробочку, задняя рука, она не видна никому. Еще разок. 7, 8. Мы остались здесь. Раз, и два, и три, четыре. Еще раз. 7, 8. Раз, и два, и три, четыре. Отсюда мы с вами делаем красивое движение. Раз, и два. Сейчас. Не стоит, не стоит. Я знаю, вы сейчас начинаете. Что? Что она там делает? Смотрите, все очень просто. Рука, получается, правая ваша идет на левую, как таким сопровождающим элементом, да, можно сказать. Надавили на ручку и прокрутили. Главная рука, она делает прокрут, да, тот же самый, ничего нового в этом нет. Мы делаем просто прокрут вперед, вперед. Но вторая рука, она идет просто как сопровождение. Видите? Прокрутили раз, и все. Эта ручка уже готова сделать то же самое с другой. Раз надавили, два прокрут, раз прокрут, два, раз, два, пам-пам, пам-пам. Очень красивое движение, его как раз таки можно делать и около ушка, и спускать вниз. Наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз. У нас с вами левая ручка наверху, и она сразу идет вниз, раз. Справа у нас сверху добавляет движение. Левая пошла, раз, прокрут, меняем, два, около ушка, и вниз спустить, и дальше ручки собрать. Нам просто нужно сделать движение, раз, положить руки друг на друга. Есть? Скажите, что да. Напишите мне сейчас в комментариях, что да, Вероника, есть, вы сделали, класс. Еще раз, 7, 8. Левая вперед, правая за ней, прокрут. Коробка, прокрут, прокрут, вниз, вниз, положить ручки, раз. Поехали дальше. Мы сделали точка на раз здесь. Дальше мне нужно поднять руки и поднести к лицу открытые ладошки. Бум, сюда. Это был раз, два. Дальше открываем ладошки, ведем ручки назад. И снова выводим вперед. Оно такое бум движение. Открыли. Назад собрали. И снова они встретились вместе. Еще раз. Раз, два, три и четыре. Отсюда опускайте кисти вниз. 5. Посмотрите, где мои локти. Внимание, да? Чтобы это не было вот так. Пам. Видите? Локти работают. Локти работают. Пам. И по себе, по себе. И здесь у вас любая ваша поза. Она может пойти
5, 6, 7, pауз. Либо 5, мы были здесь, да? 5, 6, 7, пауз. Все, что угодно, все, что придет вам в голову, создавайте, креативьте свою позочку. Ну что, давайте собирать отсюда. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. And pause. Ну что, мои дивы прекрасные? Давайте еще разок. Семь, восемь. Раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, оп. Три, четыре, забыла сама, пять и шесть и семь, and pause. Ну что, давайте, может быть, мы соберем все вместе, да? Давайте попробуем. Пять, шесть, семь и раз, два, три, четыре, Вероника, забыла все на свете. Пять и шесть и семь, let's go. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. And pause, 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 and pause. Ну что? Мне кажется, что это огнище. Давайте попробуем с музычкой. Ну что, мои прекрасные, я надеюсь, как всегда, что у вас все получилось. А для того, чтобы я не надеялась, а знала это точно, напишите мне в комментариях, получилось ли у вас, либо что-то вам дается трудно. Ничего страшного, есть время для работы, есть время до следующего видео. Я надеюсь, что не пройдет год. Ждите, все будет. Поэтому да, ребятки, чем больше мы времени будем уделять практике, тем больше у нас будет результат, и лучше все будет получаться. Обязательно за мои старания поставьте мне пальчик вверх, поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть они тоже приобщаются к нашей культуре ВОК. И да, до новых встреч, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Я вас очень-очень сильно люблю, спасибо, что вы со мной. Муа, муа, муа. Пока!